Я высоко забралась. Тропа шамана должна быть где-то здесь. Видимо, о таких метках говорил Малтук. Каждая метка указывает на какую-то другую, задает направление. Может, метки будет видно через визор? Если есть еще визор, поможет найти. Ага, визор видит метки. Еще одна метка. Хорошо. Ладно, значит, в ту сторону.
Пещера кончилась. Что там дальше на этой траве? Ладно, вниз. Вот тут наверх. Надо подтянуть веревку, чтобы эта штука встала на место. Вода прибывает. Соврал. Это и правда что-то невиданное. И явно очень злое.
Страшная новая машина повержена. Продолжаем поиски Аурей. То есть придется лезть наверх. Туда можно забраться. Да, я вообще ничего не чувствую в этой воде. Видимо, это и есть храм первой бури. Малтук сказал отколоть кусок самоцвета. Понятно, почему он столько стоит. Малтук сказал, Аурея миновала храм и поднялась в гору. Значит, мне вверх по ступенькам. Древняя дверь. Может, Аурея за ней? Марта 2046 года. Я провел тут 16 часов в попытках установить обновление для повышения производительности центрального процессора. Проекту барьера нужны мощные мозги. Будем надеяться, мне моих хватит. Анита все это время была со мной. Мы многое успели сделать, но всякий раз, когда она проходила мимо, я ощущал запах ее волос. Ну, дела. Пойду-ка я лучше спать. Странного оборудования. Что это было за место? Может, визор тут поможет? Похоже, от двери тянется провод. Куда-то сюда. Говорит начальник отдела безопасности Бевинс. Повторно высылаю запрос на экстренное снабжение. На этот раз будьте любезны прочитать, говнюки. Не то придется мне позвонить своим знакомым в комитете. Наш шеф по безопасности Бевинс просто мелкий тиран. Гоняет нас тут всех, как собак. Даже чихнуть лишний раз нельзя.
Эти узлы на полу, видимо, соединены с дверью. Ну, что-то произошло. И что мне делать с этими огоньками? Они поворачиваются, и поток света меняется. Ладно, проверим, открылась ли дверь. Впереди свежий воздух. Опять я снаружи. Может, получится пробраться внутрь по вон той конструкции? Надо добраться до этих ступенек. Больше уже некуда. Аурея должна быть где-то рядом. Она должна быть где-то здесь. Кто-то взломал меню. Теперь там отображаются нецензурные послания в адрес нашего коллеги, мистера Бевинса. Объясните, это самый продвинутый геологический проект за всю историю мира или школьная раздевалка? Короче, хватит. Я вновь прошу, как просила уже тысячу раз. Ответь мне. Укажи мне путь. Нет молитвы, что ты услышишь. Нет печати, что разобьет оковы. Я не помогу, пока ты молчишь.
Отшепни, большего не надо. Направь меня. Кто? Нет. Как? Как ты сюда попала? Сама душа закрыла проход. Ну, с помощью этого. Могу показать? Да, покажи. Пожалуйста. Смысл наверняка тот же. Довести свет до источника. Вспомогательный канал установлен. Обход успешен. Ограничители не действуют. Кто здесь? Аурея? Аурея, помоги мне. Санкционированная передача вернуться к главному заданию. Нет, я не подаюсь. Аурея, где вы заставите меня? Аурея, пожалуйста. Передача прервана. Вернула душе голос. Ты слышала? Голос души, взывающий ко мне с громового барабана. Она сумела на мгновение сбросить с себя оковы демона. Благодаря тебе. Кто ты? И чего ты хочешь? Я Элой. Меня прислал Нолтук. Сказал, я тебе пригожусь. И он не ошибся. Это было откровение. Теперь я точно знаю, что душа еще жива. Может, вместе мы сумеем ее освободить? Не будем забегать вперед. И я пришла сюда за ответами и пока ни одного не услышала. Я думаю, ты и есть ответ. Но я расскажу тебе, что смогу. Ты явно не понаслышке знакома с этой, как ее, душой. Она спасла мне жизнь. Здесь, давно, когда шла война с Кархом. Налетчики разметали мой верак, я осталась одна. Я заманила врагов в сугробы. Хотела уйти от них в тумане, но не смогла. Пришлось укрыться тут, в пещере. Я услышала голос. Такой же скиталец, как и я. Душа синего света, отделенная от него. Она просила о помощи, выбрала меня. Но я не могла помочь, ведь за мной гнались Карха. Она помогла мне сама. Закрыла люк в горе, тот, что ты, по всей видимости, открыла.
заперла тем же механизмом, как в этой комнате. Она спасла меня от них, от Карха. И тогда я смогла помочь ей. Что эта душа от тебя хотела? Она сказала, что ранена, не полна. Ей нужны были кости, детали вроде тех, что в машинах. Они нашлись, прямо здесь. Она просила отнести их к барабану. Я отнесла, она показала, как исцелить ее. И мы стали общаться. Ты говоришь, что общалась с душой? Да. В недрах барабана есть комната вроде этой, только больше, с алтарем. Я часто ходила туда поговорить с ней. Что она говорила? Она сказала, что ей нужна моя помощь. Задавала вопросы про наши земли, про племя. И она слушала. Терпеливо, внимательно. Я поведала ей то, о чем давно молчала, о своей семье, своих мечтах и страхах. Она не уставала от меня, не осуждала. Общаться с ней было легко. А кем может быть эта душа? Ну да. Ты не Банук, и наши песни тебе неведомы. Ты не знаешь о синем свете. Свете, что заставляет биться наши сердца и оживляет машины. Воплощение жизни и в ее чистейшей форме — гармония. После того, как машины озлобились, этот свет угас в нашем мире. И души, что он питал, осиротели. Вот кто она. Покинутая душа. Лишенная главного. Одинокая. Забытая. Я должна помочь. Мы должны. Я пока не очень понимаю, но хочу понять. Этого хватит. Демон, что ты знаешь о нем? Я много раз говорила с душой. Сперва здесь, затем внутри барабана. В прошлый раз она сказала, ей угрожает нечто, что не дано увидеть простым смертным. Злая сущность. Некий демон. Он хотел заставить ее служить себе. Она просила помочь. Уничтожить ее, если потребуется, только бы не отдавать ему. 5 лет назад. С тех пор я ее не слышала. До сего дня. Что помешало тебе прийти ей на помощь? Я пошла к Аратаку просить содействия. Но тогда еще бушевала война с Кархой, и по пути к нему меня схватили соколы Безумного Короля. Они увели меня в Меридиан. Я вернулась к барабану только после освобождения, и то не сразу. В прошлую оттепель. Вы вернулись к барабану. Поход закончился плачевно. Я видела похороны. Да. Когда мы, наконец, заключили мир с Карха, Аратак и я собрали верак лучших охотников сразить демона. Но теперь старого пути к барабану не было. Нас встретили непреодолимые врата и много машин. Нас разгромили. Пришлось отступать, потеряв лучших воинов. Они так и остались там, на снегу. А после мы с ним разошлись во мнениях, что делать дальше. Я пришла сюда, вопреки всему, надеюсь вновь услышать душу. И благодаря тебе услышала. Бургрен сказал, ты можешь знать человека по имени Сайленс. Вы могли встречаться с ним на совете. Когда звучит это имя, всплывают секреты, а иногда исчезают. Почему ты спрашиваешь? Он совершил нечто ужасное. Но еще он помог мне, как никто другой. И я знаю о нем не так много, как хотелось бы. Могу представить, его помощь велика, но за нее придется заплатить. К сожалению, я поклялась совету, что сохраню это дело в тайне. Я понимаю, но ведь мы с тобой пытаемся друг другу помочь. Да. Но я же не могу нарушить клятву, это
Недопустимо. Насчет Сайленса? Я все тебе сказал. Больше мне нечего добавить. Так, давай-ка еще раз. Мы слышали два голоса. Один — некая душа, которую каким-то образом пленил некий демон. Кем бы ни был этот демон, он связан с машинами. Это он сделал их опаснее. Интересно, как? Душа находится на горе Громовой Барабан. И демон тоже. Так давай пойдем туда и во всем разберемся. Нельзя. На барабане очень опасно, ты даже себе не представляешь. Гора под властью демона. К тому же, Аратак все равно нас не пустит. Он вождь, он всем здесь распоряжается. И слушать он никого не станет. Так вам нужен новый вождь. Да уж, это бы многие поддержали. А ты говоришь охотник. И наверняка ведь незаурядный. А это возможно. Даже для чужачки. И Аратак обязан ответить на вызов, если весь Веррак будет знать тебя. Стоп, а я должна бросить вызов? Я не хочу быть вождем, а уж тем более убанук, которым я поперек горла. Но ты же хочешь попасть на Громовой Барабан? Ты слышала душу. Она страдает. Ее терзает демон. Она рвется на свободу. Может быть, если ты ее освободишь, она даст тебе ответы, которых ты ищешь. На что я только соглашаюсь. Ладно. Что делать надо? Докажи Вераку, что ты достойный претендент. Пройди охотничьи угодья. Убей разбойников в зарубке. Или поговори с моей подругой Сикули. Поможешь ей? На тебя обратят внимание. Сделай, что можешь. Когда придет время швырнуть копье под ноги Аратаку, я буду там и поддержу тебя. А пока жду здесь. Если у тебя будут вопросы, приходи. Да, и еще. В ящике лежит оружие, как у меня. Возьми. Может пригодиться.